Медведи вблизи Мирного. Едва ли не главная тема для обсуждения в чатах и городских пабликах. За месяц косолапых несколько раз встречали на трассе в сторону Ленска. Охотников, которые ежедневно мониторят передвижение зверей по лесам, пользователи соцсетей назвали мистическими. Впрочем, встретить их в районе 4-го километра от города оказалось не так уж трудно. И что вы сегодня делаете? Да, производим регулирование численности бурого медведя. 30 мая специалисты нейтрализовали пестуна. Дачники заметили косолапого еще 21 мая и сообщили об этом в Комитет охраны природы. Те совместно с местными охотниками следили за зверем больше недели. За май месяц мы регулировали 3 медведя, которые могут представлять угрозу для населения. Поэтому работа ведется, есть оперативная группа. Почему медведей стало больше? Медведи в это время у них подготовка к гону. Еще одна причина – голод. Косолапые в поисках пищи подходят близко к населенному пункту. С середины лета они уйдут в тайгу, где будут лакомиться ягодами и грибами. Специалисты рекомендуют жителям Мирного не выезжать на природу, тем более начался пожароопасный сезон в республике, и не распространять видео с медведями из других регионов, вызывая массовое волнение у горожан.